Я надеюсь, что мы отправляемся в интереснейшее путешествие в Харьков на целых 5 дней. Все, что будет с нами происходить, мы будем вам показывать. Лапомер борода зажигает города. Смотри сюда. А куда? Вы же без постели. Можно нет, взять? нельзя, без постели нельзя. Вот нельзя, видите? Ебанулся. Точно, да. Не могу. Вот. И на седьмой. Мы приехали в Харьков. Дорога была очень тяжелой. Мы много ели, мало спали. И все время смотрели на людей, которые употребляют алкоголь, ходят по торсу голые, плюют, валяются в пиве, кладут себе на головы грязные тряпки и прочие пироги. Пьют водочку с 7 утра. Но мы пережили это, и теперь нам осталось пережить 3 дня Black Metal фестиваля, на который, собственно, мы и приехали. У нас есть еще час до вписки. И мы решили немножечко пройтись по центру, по улице Сумской. Потому что потом, я думаю, что я на видео буду снимать уже сам фестиваль. И не факт, что мы прям вернемся вот так вот в дневное время сюда погулять. Поэтому решил отснять пару кадров. Ну такое. Когда приезжаете в Харьков, можно идти по Сумской, выбирать какие-нибудь заведения. В них пить кофе, лимонадики. Халявы. Да, вечером снимать проституток. Я давно не был в метро в Харьковском. Народу почти никого нету. Большая, и кажется, что народу мало, но когда подходишь к сцене, народу в принципе как бы под сценой хватает, но в общем маловато. Посмотрим, что будет дальше.
нас одинаковый Facebook? Да. А мова так дальше. Конфиденциальность, да, вот она. Такого нет. Сейчас проходит конференция по SMM, по Facebook, по хронике и настройкам приватности. Публикация в Facebook. Отбарабанил, там так хуярит бас-бочка, это просто. Ужас. Кстати, не слышно. Вот кто может размещать публикацию в вашей хронике? Друзья. Не, ну это же. Можно поставить так, что. Лише я. Лише я, да. О. Так. Супер. И когда тебя отметят, тебе просто придет уведомление, типа вас добавили. Как я могу управлять настройками меток, сделанных другими пользователями? О. Кто бачит рекомендации по административным ребенком? Проверяйте. Сашке пора идти проводить курсы поведения в Facebook странице и защищать ее конфиденциальность. И все, да? Да. Теперь сюда, в этот колокольчик будет приходить, если кто-то отмечает в каком-то посте. А я буду... будет одобрить или игнорировать. Если одобрить, то оно будет на странице, как вот этим с вас. Если игнорировать, то оно в ленте не будет. А мы же написали только я. Limited Mutant. Сакира Перуна. Дальше я тебе придумаю. 300. По 100 гривен вход. 300. А что так 300? Ничего себе. Нормально. Нет, ну нужно концерт сделать. Есть зал. Есть зал. А смешные люди. Ну, ЛФ это? Можно сыграть. А что там аппарат есть? Аппарат там есть. Вот берется и привозит. Нет, есть у Ильи аппарат. Все там есть у него. Я просто там оно, конечно, там внутри там очень... Oh,
третий день нашего Харькова уже идет. Мы уже устали. А еще стало холодно, и всю ночь лил дождь. Мы 2 дня ждали этой прохлады, но сейчас что-то не особо ей рады. Сегодня вечером поедем домой. Вчера очень круто выступил Ноктюрнал Морду. Чаще понравилось. И это выступление затмило собой выступление всех предыдущих коллективов. И так вот в памяти начинает оставаться только Ноктюрнал Морду. Посмотрим, будет ли сегодня такой коллектив, который подотрет немножечко из памяти яркое выступление Ноктюрнал Морду и оставит свой незабываемый след в моей памяти. Вот такую чепуху я могу с утра нести. Он их подписывает, потому что они здесь остаются? Да, они остаются здесь, поэтому, чтобы потом их продавать, он все подписывает и фотографирует. Да вот, вот это. Да это не их картинка. Ну, да? Да, просто ментально. Спросите у художника. Да, вот и. Immortal он нарисовал. Я сейчас позвоню, да. Это для Блича. А вот это тоже, да? И Теймовый. Прийти можно, там, справимся, не справимся, что мы там надумаем. Пока она и... Нет, сейчас мне это ему отдать, да? Слона и кружку, ему. Ну, хотели купить слона и кружку. Готовим фильм, у нас должны быть эти декорации. Очень классно. Это, наверное, первый фестиваль у меня, который я продержался полностью все время, и мне не надоело. То есть, да, устаешь, устают ноги, а хочется куда-то присесть, но нет такого, то что все скучно и там хочется куда-то уехать. Обычно я с концертов, с фестивалей валю в город погулять, там еще что-то, а тут мне нормально и офигенно.
сегодня третий день фестиваля уже подходит к концу. Вот в формате, твое впечатление, ожидание реальности. Так еще в комиссии непонятно, что там на самом деле у нас получилось, ожидание реальности. На самом деле, мы хотели сделать что-то ближе к европейскому уровню, как мы видели, когда ездили на фестивале подобного плана на Западе. Вот. То, что я вижу, оно очень похоже на то. Ну, просто хотелось бы, чтобы людей было больше в следующие разы, если будем проводить. Ну, а так в целом, полностью доволен. Твои ощущения после выступления вчерашнего? Ну, очень позитивные. Мы провели ритуал реальный, поэтому я считаю, что люди, все, которые попали на него, унесли хорошие вещи с собой домой в духовном плане. А ты себя как чувствуешь? Очень хорошо. Отлично, да?